Пастор, мы едем с четким убеждением в том, что каждая игра зависит на больше, чем на 50% от нас самих. Andiamo a Sassari con un pensiero che in ogni gioco, ogni partita dipende 50% da noi stessi, solo dalla nostra squadra. Последняя игра нас убедила в этом на 100%. L'ultima partita ha mostrato questo in per 100%. Если бы мы играли последнюю игру хотя бы так, как мы играли последние три тренировки здесь, по энергии, по желанию. Se avessimo giocato come abbiamo giocato le ultime tre allenamenti qua a casa, potevamo farcela. Il risultato sarebbe stato diverso, completamente diverso. Что произошло? Я, честно говоря, до сих пор не могу точно вам сказать. Non posso dire purtroppo fino adesso cosa è successo lì a Pesaro. Ну вот предположим, извините, вот этот телефон, это правила команды четко расписанные, да? Ну вот на этом листе, да, на этом листе четко расписаны перед игрой все командные правила. Cioè, prima della partita, come su questo telefono, c'è obiettivo, c'è una cosa fatta, scritta, ci sono le regole da fare, ci sono tutti gli schemi fatti per e preparati per la partita. Так вот, просматривая игру через каждую атаку, каждое второе действие наше не совпадало с правилами команды на предыдущую. Guardando questa schema, queste scheme preparate, dopo ogni attacco, ogni schema non corrispondeva a quella scritta. То ли растерялись, то ли не хватило концентрации, то ли посчитали, что сейчас само собой что-то произойдет, решили уйти от борьбы. Ни один из этих вариантов нас не устраивает. Non so esattamente cosa è successo, o hanno perso la concentrazione, o sono stati emozionati, o si sono persi un po', non capiamo e nessuno di questi motivi non ci risulta né giusto né soddisfacente. Все зависит от нас. Да, Сассари очень крепкая команда. Sassari è la squadra molto forte. Последних 12 играх эта команда имеет лишь одно поражение. Le ultime 12 partite solo una sconfitta. Обыграть эту команду сегодня удается далеко не всем противодействующим командам, не всем оппозитивным. Да, cioè, non tutti avversari riescono a vincere questa squadra, assolutamente forte. Тем не менее, я считаю, что мы имеем шансы, и мы должны эти шансы постараться реализовать. Ma nonostante tutto, secondo me, abbiamo i chance, dobbiamo realizzare tutte le nostre forze per poter vincere. Если говорить о команде Сассари, очень похоже на брешу. Очень похоже на брешу. Каждый игрок, который выходит на площадку, это игрок, который несет с собой угрозу кольцу соперника. E se si può paragonare questa squadra con la squadra di Brescia, dove ogni giocatore è un pericolo, cioè ha una sua forza e potenzialità che non sai da dove aspettare la sorpresa. Единственное отличие в том, что Сассари имеет 10 игроков по 2 игрока на каждую позицию такого уровня, Брешия имеет гораздо меньше ротацию. Invece la squadra di Sassari ha 10 giocatori. Due giocatori per ogni posizione, giocatori forti, la Brescia ne ha un po' di meno, però per questa è la differenza. Noi, наверное, в некоторых позициях исполнители у Сассари чуть-чуть посильнее. E magari in alcune posizioni i giocatori sono un pochino più forti rispetto a quella di Brescia, la squadra di Brescia. Я понимал, лично одно, мы проиграли игру. Я всегда очень объективно отношусь к каждой игре. Если мы сегодня играем против Милана и проигрываем Милану 5-7 очков, я могу это расценить как... Ну, не расценить это как трагедию, например. Mm-hmm. Cioè, sono personali, ma sono le cose molto... sono obiettivo. A guardare ogni partita. Se perdiamo a Milano 5 punti, io non posso anche non considerare questa perdita, questa sconfitta come una tragedia, una cosa.
Если мы говорим о Пезаро, я отдаю дань должного тем бойцовским качествам, той организации игры, которую команда проявила. Это все так. Se parliamo invece di Pesaro, dando sempre la retta ai loro giocatori, alla loro squadra, preparazione e tutto quanto, però... Но наша команда сделала все, что можно только себе представить, наиболее худшее, как в защите, так и в нападении. Però la nostra... Для того, чтобы результат этой игры оказался проигрышным. Però la nostra squadra ha fatto di tutto per perdere questa partita, per non, sia in difesa sia in attacco, per non poter raggiungere il risultato. Questa cosa mi sconvolge, per questo ho detto che non sta bene, non mi va bene e le cose non vanno bene.